Мяу, ребята, что-то жутковато. А, ты слышишь? А, да ладно, ты видел его? О-хо-хо-хо, смотри, маленькая фигурка Соника. Прикольно. Всем привет, Мурмяу, с вами котенок Лайк. И сегодня мы играем в игру Sonic XV Assault. И все, кто видит это видео, ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен, друзья. Ну что ж, у нас апрель 22-е. Какой-то костер. Мы, видимо, в каком-то лесу. Ну, как обычно бывает в хоррорах. Так, боюсь, что игра снова на английском. Это не самый приятный сюрприз для меня. Ну что ж, смотри. Достаточно мрачно. Я не люблю гулять один в лесу, надеюсь, ты тоже. Крейн. Так, смотри, какая-то записка. Папа. Ла-ла-ла-ла-ла. Хочу что-то там просыпаться. В общем, ребят, кто знает английский, напишите мне в комментариях, что же там было написано. Мы пока заберем эту записку. Я не знаю, мы можем что-то здесь открыть. Что-то забрать. Сундук. Да, отлично, сундук открылся. Мы взяли фонарь. Как его использовать? Я не знаю. А, правой клавишей. Смотри, здесь голова обезьяны, что ли, что это? Или медвежонка. А, есть батарейки. Как нам их взять? Одну мы взяли батарейку. Есть бутыльон, да, действительно, от страха я бы сейчас жахнул, чтобы быть посмелее. Ладно, я, по-моему, больше ничего не могу взять, хотя вроде что-то светилось вон на книжке на этой. Нет, смотри, к сожалению, ничего не берется. По крайней мере, я не знаю. Она как-то вроде проскакивает, что ее можно взять. А в итоге нет. Ладно, пойдем. Пойдем, сходим, посмотрим. У нас есть две батарейки. Куча страшных деревьев. И нам напоминает, что это Sonic XZ. Ну что ж, я в такой Sonic XZ еще не играл. Трехмерный. Мне кажется, это прикольно. Не пойму, что это там такое. А, мы можем ускоряться. Прикольненько. Так. Что там было-то? Как будто звезда упала. Какой-то мост. Речка. Стоит ли нам вообще уходить? Как правило. And it's starting to rain now. Дождь, что ли? Что-то непонятное он сказал, этот приятель, которым мы играем. А, можем ползти, видимо, кто-то на нас будет нападать. Это не самая приятная новость, друзья, мяу. Что там такое? Смотри, еще что-то светится. Стоит ли нам вообще ползти-то, я не знаю. Пойдем сходим к ящику. Так, главное, чтобы сзади никто на нас не напал. Пока никаких скримеров. Что такое? Ты слышал? Что было? Что-то не пойму. Как будто шарит кто-то вокруг, я даже потерял. Ящик. Может, нам не стоит врубать фонарь? Тут у нас... А, я их даже и не потратил, то батареи это запасные. Но мы будем знать, что они здесь есть. Как-то они коряво берутся. Надо над ними наводить. Та-та-та. Куда нам идти? Соник, Соник, ты где? Тейлс, Наклз, хоть кто-нибудь. А, мы отсюда пришли. Все. Там что-то светится. Что-то есть. Так, ладно, подожди, если мы дошли до этого ящика, то нам, значит, надо идти сюда. А у нас почему стамина не заполняется? Может, когда мы ползем, она... Нет, смотри, снова какой-то лагерь. Скамейки и потухший костер. Мяу, что за жуть? Какие-то хрюшки, что ли? Или свинки? Да батарея-то у нас есть. Что она нам дает-то, я не знаю. Бревна.
Зажигалка есть, смотри, а как нам ее взять? Я бы ее взял, честно говоря. Лишней-то она точно не будет. Отлично, я ее взял. Еще и батарейку можно. Было бы желательно нам ее взять. Ну, что-то она не берется. А, мы зажгли костер, все, я понял. Да, реально как-то все странно берется. Возможно, мы что-то могли взять в том сундуке. Но я не взял. Окей, не будем тянуть время. Пойдем прогуляемся. Что это? Что это было? О-о-о. Подожди, здесь что-то есть. Еще один мост. Но нас глюкануло знатно. Мяу, ребята. Что-то жутковато. Ты слышишь? Да ладно, ты видел его? Что это было? Я на что-то наступил, отвернулся. Ну мы наполовину, походу, пропустили этот скример. Может, оно и к лучшему. Так, ну Соник здесь есть. Почему он на нас не напал? Что такое? Где? Я вообще не вижу никого. Может, надо вырубать? Он прям сзади как будто идет. Он как будто бы смотрит мне в душу. Так, что-то стрёмно. Мы куда-нибудь здесь придем, нет? У нас заканчивается стамина. Смотри, какой-то забор. Забор, дождь. Батарея у нас есть. Куда-то пришли, значит, мы правильно идем. Пока что был один скример. Достаточно резко неожиданный. Как мне туда попасть? Там что-то написано, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Я люблю тебя, папа. Так, мы, походу, папа играем. Который потерял сына, что ли, как-то мы уснули. У меня вообще нет стамины. Надо заполнить ее. И понять, куда вообще нам двигаться. Куча каких-то камней непонятных. Немножко стамина у нас заполнилась. Видимо, как-то нам надо обойти. Да, что это было? Куда он делся? Ты видел? Ох, елки-иголки. Вот это прикол. Он реально где-то здесь. Он действительно хочет нас поймать. Что там, луна, что ли? Да, прикольно. Если бы луна была в виде Соника. Мяу. Ладно, давай-ка двинем в этот дом поскорее. Из этого ужаса уйдем. Да, я понял, понял, что ты любишь папочку. Как нам открыть? Ну-ка, попробуем ручку открыть. Давай, давай, давай. Есть, смотри, мы зашли в дом. Вот это да. Надеюсь, здесь Соника не будет, друзья. Так, что все черное, не вижу. Все, мы попали в дом. Отлично, смотри, что здесь. Огромные гигантские часы на двери почему-то. Мы можем выйти отсюда, нет? Ручка вроде светится, но нет. Ладно, давай здесь что-нибудь искать. Надеюсь, здесь не живет Соник. Чё, подожди, где? Походу, какой-то скример был, но я его пропустил, что ли, я не знаю. Или это барабаны так светанулись. Чё-то какой-то звук был, не знаю, ребята. Ваза, может, разобьем? Нет, не можем. У нас садится батарея, я ничего не вижу. Еще бы одну взять. Что-то вообще не видно ничего. Давай-ка мы с тобой сходим вот сюда. Здесь можем включить? Да, мы можем включить свет.
Вот эти светильники. Я уже даже дар речи теряю, честно говоря. Потому что... Ну, жутковато. Прикольно, но жутковато, как я теперь буду спать. Я не знаю, что это был за звук. Тут что у нас? Ничего не вижу. Тут дверь. А, смотри, светлая комната. Это кухня. Может, что похавать сделаем? Если из нас не сделают. Судя по звукам, Соня где-то здесь ходит. Видимо, наш сынишка сюда убежал куда-то. Крейг его, по-моему, зовут. А, нажать ничего не можем. Может, нам батареечки еще дадут? Батареек нету. Еда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все. Объели Соника Экзе. Да, я могу включить свет здесь. Это хорошо. По идее, наверное, здесь везде есть какие-то выключатели в каждой комнате. Просто их как бы надо найти. Но это тяжело сделать. О, он говорит, что он видит нас. Так, подожди, давай нажимай, нажимай ты эти выключатели, включим свет. Он говорит, что нас видит. Нет, смотри, как-то немножко заглючена. Игра прикольная. Кстати, есть батарейка. То, что игрофан такой, прям интересно побегать, поиграть. Но иногда какие-то глюки с нажиманием кнопок. Ладно. Соник сказал, что видит нас. Давай мы еще раз в эту комнату сходим. Посмотрим, что есть там. Кстати, еще одна батареечка, смотри. Как я ее пропустил, я не знаю. Вот о чем я говорил, чтобы ее взять, надо как-то навести непонятно мышку. Тут у нас ничего нет. Гитара. Вот взять бы эту гитару и разбить об Соника. Так, а здесь уже заработал свет. Маздай, ты должен умереть. Да хорош, Соник. Я не хочу умирать. О-хо-хо-хо! Смотри, маленькая фигурка Соника. Прикольно. Только взять я ее не могу. Отлично. Здесь еще батареечка. Какие-то периодические звуки заедания. Так, включим свет, так веселее. Давай, давай, давай. Вот открыть дверь — это целая проблема. Это самое сложное, что здесь есть. Чё-то дом гигантский. Я думал, он поменьше. Какие-то книги разбросаны, еще батарея. Батарей достаточно много здесь. Поэтому можно смело их тратить. Чё? Это где? Это здесь что? Чё за звук? Подожди. Он, походу, на улице и долбится к нам. Еще фигурка Соника. Не пойму, чей это дом. Дом Соника или... Кого? Кого вообще? Ну, ясно, что не Наклса. Смотри, я могу шевелить эти часы, которые были на двери. Так, а как мне повернуть их? Может, какой-то пароль есть, я не знаю. А я ходил, геморроился. Как открыть? Да ладно. Что-то фонарь не врубается, не вырубается. Вообще не пойму. У меня фонарь перестал работать. Все стало темным. Никуда не проползти. Что происходит? Смотри, а что произошло-то? Как мне включить фонарь? Все, батарея села, оказывается. Вот это да! Мы в какую-то больницу переместились. Тут что-то опять написано. Мы же были в квартире.
Офигеть, вот это жесть. Я думал, это будет мирной игрой, ребята. Соник, короче, вообще сумасшедший. Какие-то плачи детские. Что происходит? Вот это жесть. Что за звуки, как будто кто-то идет. Что-то не стрёмно. Так, так. Ну давай, откроем-то. Открывается, нет? Смотри, все закрыто. Да. Вот это поворот, батареечка села. Отлично. Ух! Вот это! Ёлки-иголки! Смотри, это что такое? Какое-то ритуальное место. Но мы взяли вот здесь батарейку. Куда-то идем обратно. Снова эта коляска. А этот рубильник мы можем дернуть, нет? Нам перегородили дорогу, походу, да? Да, мы теперь можем идти только в одно место, видимо. В ванной мы были, но сюда только. Нет, и здесь закрыто. Куда ж нам идти? Ох, друзья, друзья. Может, как-то можно отодвинуть кровать? Залезть на нее? Нет, ничего не работает. Тут тоже никаких дверей нет. Смотри, тут в ванной какой-то ключ. Только непонятно, а что он, от той двери, что ли? Что-то пройти не могу. Да, есть. А, это кухня. Ого, смотри, здесь ножи пляшут. Что-то какая-то прям жуть совсем. Я буду следующий, что ли, или что там? Я их взять могу? Нет, но здесь маленький веселый Соник и батарея. Я смог взять Соника. Смог взять нож. Сейчас кто-то придет, что ли? Что за жесть? Автор, ты чё курил? Что за игра такая? Ну все, смотри, нас перекрыли коляской. Мы открыть можем? Так, выйти мы не можем. Здесь у нас что-нибудь появилось. Так, ключ мы взяли. Здесь тоже больше ничего нету. Батарея садится. Давай-ка мы с тобой. А что она не закрывается? Как мне ее закрыть? Так, давай, 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 не дури. Как мне сюда пройти? Вот какой-то подвал. За дверью был. Быстрее, бежим отсюда. Там за нами никто не гонится? Нет. Вот это да. Are you ready to? What the heck is going on? Чё? Куда готов? Чё нажать-то? Just hold on. I'll rescue you, my baby. Всё, я открыл. Что я думаю об этом? Я думаю, это какая-то жесть. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Мне было очень страшно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Мурмяу. Пока.